Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Mountain Blade Bannerlord. И мы с вами продолжаем наши приключения. Да, вот такие вот события у нас. Началась война, стоило нам примкнуть к королю, как говорится. Недолго длился мир. Ну, что от него ожидать? На то он и король, чтобы воевать. Почти стихи, да? Так, как карта поворачивается. Вот. Мы стоим рядом с Мурунатом. Я за кадром немножко продала, во-первых, пленников. Пекратея, смотри-ка, это эти повстанцы. Может, мне потихую отжать? Это у нас что, город? Наверное, не сдюжу я. Вот, я хотела что сделать? Я хотела, во-первых, сбегать на турнир. Ну, как обычно, как у нас положено. Мы начинаем с турнира. Вот, размяться и, собственно говоря, подумать, что делать дальше. Очень много всяких событий произошло, и вступление в королевство накладывает много всяких дополнительных вопросов. Так, сколько там? 9 человек. Между прочим, надо мозги собрать и попытаться что-то сделать. Вот, вопросов именно потому, как дальше жить-то. Там всякая начинается дипломатия, всякие эти шашки. Кроме всего прочего, война. У меня сейчас пленники. И дело в том, что если вы мне будете писать, что я что-то не то сделала, что-то куда-то... Да, я убежала довольно... опять шипастый шлем. Довольно далеко вперед, чем выходит в серии. Поэтому даже если вы мне что-то напишете, это будет... Опа, немножечко поздненько. Вот, ну, на то оно и игра. В конце концов, надо самому... Да что ж за лаги-то такие? Тихо, тихо, тихо. Игра, не вылетай. Я только что включила, в принципе, была у меня пауза. Вот, включила дальше играть. И пока игра вся не прогрузилась, она тормозит жутко. Так, пропускаем раунд. Мы выступаем против Сейна и Куларна. И Эрвин охотница. Окей. С нами Ачита. Не-не-не. Стрелять мы не будем. Стрелять мы не будем. Мы будем бить мужа. Так, ну вот. А чё в меня-то? Вон там куча народа. Чё в меня-то стрелять? Бастардс. Так, я против Ачиты. Ну, с чем мы бежим? Мы бежим с топором. С топором. Я своих приодела в броню покрепче. Вот сапожки на них одела. Там наручи такие покрепче. Так что они у меня сейчас все такие непростые. Ну, как я и говорю, главное стукнуть первому. Вот. И тогда все будет в порядке. Так, ну что, еще один шипастый шлем с маской. Выезжаем. Вот, и теперь вопрос, что делать с пленниками. Возможно, конечно, я их могу продать. С другой стороны, захотят ли они ко мне присоединиться? Я бы была не против. Я бы была совсем не против. Либо оттащить их к королю и сдать, наверное, таким образом мы свою лояльность повысим. Кроме всего прочего, у нас есть дурацкое задание, которое, черт возьми, я взяла. Мне надо прокачать свои войска, а они, гады, не качаются. У нас сейчас был огромный бой. Ну, как огромный? Это был наш первый бой с империей, с которой мы воюем. И вот тебе, пожалуйста. Так, слушай, это у нас армия Колдога. Давай-ка мы туда и поедем.
Едем. Что это, что это, что это? Подожди, кто-то что-то... Проголосуйте за нового владельца Саргота. А, они Саргота отжали? Я за себя буду голосовать. Можно? Окей. Йорн, конечно. Это владение должно перейти к клану Йорн. Приндором ухудшится. А да, мне нас... Приндор. И... Ну, смотри, они такие, блин. 38%. А почему я не могу? В любом случае, с кем-то ухудшится. Что такое 14.42? А сколько у нас? А, голосов сколько отдать? Саргот, Саргот, Саргот. Холодок. Семьдесят голосов отдадим. А если 42? Кстати, наверное, из-за войны надо было так голосовать. А я не... Но они могут за себя проголосовать, да? Смотри, давай так тогда сделаем. Вот, готово. Моркар ухудшились до минус 4. Это, секундочку, кланы, да? Саргот нам отдали, блин. Нам отдали Саргот. А, так. Мы продвинулись по служебной лестнице. Где наш клан? Мы вообще вышли на первое место. Но у нас очень мало осталось вот этого вот влияния. Готово. Слушай, отлично, Саргот, Саргот. Так мы ни к какому Колодугу или поехали к Колодугу. Где наш Саргот? Где наш Саргот? Где он был? Слушай, он был где-то далеко. Черт, вот он. Приндор. Ну, понятно, Приндор будет недоволен. Пока мы там выступали в цирке, они отжимали. А вон Колодок тут что-то это самое. Ладно. Ну, в конце концов, надо еще удержать этот Саргот, блин. Вон, каракатицы какие-то едут. Дай-ка я Колодогу подкачу. Так, подожди, не вмешиваться. Новый владелец Саргота Инга Йорн. Ага, ага. Ну, черт, у меня для этого, для Колодога задание. Не стоит профукать. Давай-ка я попробую с этим самым. Это кто у нас тут бегает? Это Нерин, по-моему. Вот с Нерином я... Нет, отряд Лизики какие-то. А это кто? Каракергиты. Ильдрим. Так, кто у него там? Я могу посмотреть. С дальнего боя 12, с кавалерии 3, конный лучник. Пехота, воины дальнего боя, конный лучник. Окей, хорошо, подожди. Где там наш отряд? Мата у нас еще не поправилась. Рейдер. Воин клана. Так, никто из пленников к нам не хочет. Давайте попробуем. Ну, в конце концов, огребем так огребем. Огребем так огребем. Он от нас сваливает, конечно. I don't think I know you. Peace to you, stranger. Так, мы познакомились с Эльдримом. Слушай, а почему ты какой-то странный, ты хузаид?
Я Эльдрим из клана Каракергиты. Мне кажется, между нами нет никаких разногласий. А, нету, да? Хорошо. До свидания. А чё, он был красненький? А-а-а! Смотри-ка, он тут же это самое слинял. Ишь такой. Нет, говорит, разногласий. Давай-ка мы вот этого догоним. Тем более, нас тут много. Тра-та-та. Так, там присоединились. Если не против, постойте там, назовите свое имя. Так, Инга я, а вы? Я Лизика из дома Дионик. Представители нашей семьи заседали в Сенате. Угу. Так, короче, давай, сдавайся, смотри, нас 215 человек. А кто, кстати, этот отряд Мелидир? Не хотелось верить, что сегодня до боя дойдет. Так, ну да, конечно, что-то такие все тю-тю-тю-тю. Война у нас. Я не сдамся. Не сдамся я. Не сдамся. Атака. У нас много войск. Я надеюсь, что я командую только своими, а не всеми. Не хотелось бы. Прямо скажем. Мы потеряли сестры меча, и да, вы мне говорили... И я полностью согласна. Вот только на этом месте, как говорится, на этой серии до меня дошли ваши комментарии к 25-й, по-моему, серии. Вот. А это у нас, я уже не знаю, какая по счету будет. Предыдущий мне еще монтировать надо. Так вот, то, что надо ехать к хузаитам и набирать у них там элитные конные войска. Согласна. Так и будем делать. Сестер своих мы явно потеряем. Это как-то сейчас, опа, думаю, что всего две осталось. Нет, не две. Не две. Да, я командую только своими войсками. Ладно, готово. Так. Так, остальные... Ох, наша пехотка там далеко. Ох, далеко. Ох, далеко. Нет, я... Давайте, да, сестры, вы можете постреливать. Но именно что постреливать. Блин, нас тут расстреляют. Да, между деревьев, конечно, очень неудобно.
Но, так нечестно. Ходить, смотри, они вообще стоят. А вот и мои пришли. Они вообще не отходили от линии вот этой вот. Тра-ля-ля. Кто у нас погиб? Да, старшая сестра меча. Старшая сестра меча у нас погибла. Ладно. Лидерство мы получили, влияние 57, вы в плену. Так. Сейчас мы будем выборочно брать тех, кто подороже. Сколько я могу взять? Не так много. Вот этих вот двоих точно, этих тоже. 56, 57. Ну, фактически, получается, всех могу, да? Мату опять срезали. Да что ж такое с матой не так? Надо ее... Надо ее как-то подкачать. Копейщик прокачался. Так, подожди, а мне вас куда? Это из вас получается эти разбойники? А, этих я подобрала. Где-то я их подобрала, не помню где. Короче, в солдаты, солдаты вас, солдаты вас, солдаты. Так, лесной воин. Вот еще один рейдер будет у нас. И вот эти вот. Итак, смотри, у нас 9 лесных воинов и 4 рейдера. 11, блин. Мата, как же так-то? Да, добычка тут уже совсем другая. И, кстати, знамя, по-моему, нам... Пенарик улучшились. Так, давай-ка мы... Да, ломанем сразу в Саргот. Это такое? Проголосуйте за владельца замка Верон. Угу. Не, мне не нужен замок Верон. Радвир, если я за него проголосую, с этим ухудшится, да? А если я ни за кого не буду голосовать? Я бы, конечно, проголосовала за этого, но тогда с этим будет минус 4. Я не знаю, кто такой Радвир, поэтому мы воздерживаемся. Готово. Мне
Мне-то зачем? А мне-то зачем? Зачем мне замок? О-о-о-о-о, уйди, 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 кыш, кыш отсюда, кыш. Ну что ж. Блин, мне еще и замок передали. А где мой замок? Так, это деревня. Вот сейчас Ване на те самые и понадобится, блин, указание по правлению. Вот, где замок Верон, а где Саргот? Ну нафига мне это надо? Так, маслобойщик тут у нас, мышь, орудь. Пошли сразу в цитадель. Пойдем в чертоги властителя. Саргот наш. Кошмар. А что так мрачно-то? Что темно? Где музыка, где песни? А что так все плохо? Это ж имперский город. Почему так мрачно? У вас новый правитель. Саргот. Может, недолго? На пару деньков? О, такая ножка на ножку. Да, да. Вот, видите, сзади как раз гобелен, который рассказывает о славном взятии города Саргота. Где вообще музыка? Где шуты? Где песни? Так, ладно, Инга, хорош. Обалдеть. Давай, вставай. А где муж? А вот муж. Что скажет муж? Сейн, ты что-нибудь... Ты доволен? По крайней мере, теперь у наших детей будут кровати. Что ж, эта банда больше никогда не будет подстерегать... Какая банда? Ладно, Сейн, окей. А, видишь, вот он, рачительный муж. Он уже подсчитывает наши расходы, минуса. Вот, что-то мне знакомое, по-моему, мы тут были. Но на самом деле Саргот никогда не был ботанским. Фу, мрачный темный замок, я, вернее, этот самый город. Я могу его отдать кому-нибудь? Подарить. Мне, правда, хватит замка. Вот зачем они мне его отдали? Я не просила. Черт. О, открыт тайник. Ну, слушай, а если у меня его отожмут, это все из тайника у нас, это самое, сопрут, да? Так, управлять гарнизоном, войти в подземелье. Не-не-не-не, подожди, управлять гарнизоном. О! Это мой гарнизон. Блин, сколько ж у меня расходов-то, ёлки. Не, у меня, конечно, есть миллион, но, блин. Слушай, подожди. А здесь есть эти... Кто мне нужен-то эти, как они, отшельники, рейдеры, ботанские рейдеры тут есть? Отшельник, варяг. Кинер, присягнувший, обученный воин. Воин ботанского фиана. Во, два рейдера. Давай ко мне их сюда. Шесть рейдеров. Так. Сейчас смотри, что я сделаю. Я оставлю здесь, наверное, бесполезных. Мне надо назначить сюда этого наместника. Черт возьми. Так, даже нет. Давай-ка рейдеров вот я здесь оставлю. Вот. А теперь эти все пускай будут. Сестры. Сестры когда-нибудь кончатся. Они, да, заканчиваются. Вот. 52 человека, конечно, мало. Я бы еще каких-нибудь бомжей бы сюда посадила,
чтобы считался большой гарнизон. Чтобы они даже не думали сюда наскакивать. Кого мне? Так, вот копейщики, фианы, легионеры. Давай этих хузаицких дарханов, они мне, в принципе, сильно не нужны. Так. Вот, остальные пускай будут. 61 человек. Мало, мало, маловато будет. Ладно, готово. Это все пленники? Вот давай-ка вот этих последовательниц заберем. Может быть, они к нам перейдут. Они ж вроде такие не сильно. Так, а я бы оставила здесь тоже пленников, но каких-нибудь гопников. Личика. Пешего воина. Копейщика. Вот, а все вот эти вот лизику, фею я, может быть, посажу. А может быть, и буду таскать пока с собой. Так, что вот это такое? Здесь нет воинов, которые можно улучшить. У вас нет пленников для доступных для найма. Хорошо. Так, дальше. Центр города. Народ как-то не особо меня любит. Управление городом. Так, а вот это вот тут теперь самое главное. Назначить наместника. А наместник, это значит, он будет тут сидеть, да? Так, если назначить Сина. Лорд, интендант. Угу. Здесь такого ничего нету, здесь ничего нету, здесь мата. Кого у нас бьют? У нас бьют мату, но мата у нас разведчик. Ты инженер, ты просто странник. Ну, Катила бесполезная, Сейн, род деятельности, муж. Давай тебя назначим. Если он Сейн станет новым наместником поселения Сургут, вы уверены? А он будет со мной? Ну, предположим, да. Налог 31. Благополучие. Верность минус 1. Зараза. Строительство. Очень низкая верность. Охрана. Так, а как мы верность повышаем? Происхождение наместника минус 1. Народность владельца. Проблема в поселении. Охрана, героический лидер. Изменение верности плюс. Ожидаемое изменение. Смотри, получается, будет высокий. Еще и риск восстания. Да вы че? Че им сделать такое, чтобы к ополчению? Так, амбар. Позволяет, ну, улучшает снабжение, продовольственное снабжение. Запас еды. А что у нас тут, казарма, может, улучшает верность? Ничего тут такого нет, что верность улучшает. Ярмарки там, например. А вот, смотри, плюс 5 к верности поселения. Акведук. Просто благополучие, рынок. Налогом. А он типа только строится еще, да?
что вот это за строительство? Что значит выполнение никогда? Почему значит никогда-то? А, в очереди. Мастерские. Ох. Так, ускорение проекта дает плюс 50к строительству и стоит 50 динаров в день. А сколько надо? 10 тысяч? Давай. Хорошо. Так, я не помню, у меня тут есть стоимость строительства. Окей, окей. А что значит никогда? Чему никогда? Ладно, подожди, давай скажем готово, предположим, да? Саргот. Ну, видите, я при вас, в общем-то, первый раз зашла, я никогда этим не занималась. Сестра меча, пленников для продажи. Центр города. Давай-ка мы прогуляемся по центру города. Что меня еще интересует, значит, Сейн будет здесь сидеть или он просто наместник? Саргот. Сюда по-хорошему надо, конечно, поставить управляющего, который имперец, да? А у нас и нету никого. Надо посмотреть в моих караванах, кто у нас есть имперец. Широкогруды, по-моему, имперец. Если я не ошибаюсь. Да, смотри-ка, теперь с нами бегает Катила. А Сейн у нас управляет. Так, воин, новостей нет, ваша милость. О, как ко мне теперь обращаются. Приятно. Может, это, конечно, ненадолго. Кто со мной бегает еще раз? Катила? Ладно, Катила, бегай. Ну, ведь наместника же можно сменить, я так понимаю. Ладно, сейчас попробуем. Попробуем, пощупаем, посмотрим. Не, ну что, Саргот ничего. Все-таки наши ботанские города более тухлые. А вот что я вам скажу. Он наш замок какой, миленько. Ну что, жители, Вландийская горожанка. А, Вландрия это, да? Говорят, что сторонники Кологода промышляют грабежами в приграничье. Местным жителям лучше быть начеку. Да, понятно. Чем могу помочь? Да ничем, ничем. А где ваша милость? Мне вот интересно, что там вот эти вот за люди. Очевидно, это мастерские. До них далеко бежать. Тюрьма, смотри, какая красивая. Катила, тебе нравится? А, это Бандота. Пошли знакомиться с местными авторитетами. Так, мышь.
Ваша милость, наша встреча делает мне честь. Разрешите представиться? Да-да, представляйся. Я Вила Трут. Поспрашивайте обо мне. Скажем так, у меня талант решать чужие проблемы. Я верна вам. Если я услышу, что ваше имя оскверняют, я отрежу этому негодяю язык. Молодец. Я буду здесь, ваша милость. Бандиты знают, как разговаривать. Ладно, пошли. Так, там еще, очевидно, кто-то. Мне не упасть бы. Нет, здесь я не пройду. Как туда-то пройти? Вот. Ну, я так понимаю, что пока мы тут, у нас время не идет. Это мои ходят. Это из моих кто-то. Это... А чьи-то разгуливают. А ты кто? Мельник Севелар. Ваша милость, предлагаю вам мою верность. Давай. Меня зовут Севелар, я ремесленник, человек труда. Многие честные люди с Саргота, которые привыкли зарабатывать на жизнь своими руками, доверяют мне говорить от их имени. То есть... Ага, ну ладно, раз доверяют, то доверяют. Караваны мы собирать не будем. Какие тут у нас задворки? Так, а это что за бандота? Тоже бандота, да, бандота? Иссигунд Ртуть. Ваша милость, наша встреча делает мне честь. Разрешите представиться. Меня зовут Иссигунд. Некоторые называют меня Иссигунд Ртуть. Между прочим, это почетное прозвище. Я и мои парни, но какие б слухи до вас не доходили, мы уважаем власть. Надеемся, мы вам пригодимся. Бандота. Однозначно. Так, там он кто-то с каким-то проблемой, с какой-то. Проблемы мы ваши решать точно не будем. И все-таки, кто там был, который там далеко стоял? Подожди. А что ты тут делаешь? Чьи-то. Ты пересчитываешь? Да, давай, пересчитывай. Да, да. Вот видишь, сразу. Хозяйственная женщина пересчитывает камни. Чтоб не украли. Хорошо, там кузня, там кто-то с вопросом. И все-таки, как мне добраться вот до того дальнего? Плохо, что нельзя внутри ездить на лошади. Мне, кстати, не нравится тот дальний, потому что там какой-то переулочек. Такой себе. Или это тюрьма? Нет, это таверна. Цирюльник? Извольте постричься, моя леди. Новый день, новый образ. Ну, давай. Кстати, я давно хотела посмотреть. Нам там ничего не завезли. Может, чего-нибудь такое посерьезнее. Мы все-таки уже подросли. Малос, например. Какая у нас была прическа? Какая у нас была прическа? А, вот такая у нас была прическа. Голова квадратная все-таки осталась. Ладно. Да, замечательно.
подарила цирюльнику 100 этих самых. Ну да, вот такие мы. Странные. Потому что тут прямо очень запутанные проходы. Ты кто? Кожевник. Ваша милость, предлагаю вам свою верность. Да-да. Я Искелкред, торговец. Здесь, в Сарготе, я и веду дела. Я веду здесь дела. У меня кожевная мастерская. Я верен вам. До свидания. Я буду здесь, ваша милость. Да, слушай, к тебе как-то так. А можно как-нибудь к тебе по-другому пройти? Вон сколько у него тут... О, боже мой. Ваша милость сломала ноги у вас тут. Да, тупичок. Большая у него тут лавка. Простите за весь этот запах, госпожа. Придубление всегда так, к сожалению. Чем могу помочь? Хорошего дня. Добрый день, госпожа. Угу. Понятно. В общем, если бежать в кожевенную мастерскую, то тут с ума сойдешь. Вот, ну и давайте к последнему добежим, кто у нас там с восклицательным знаком. В принципе, можно выйти и с ними со всеми поговорить. Но мы же должны осмотреть Саргот. С хозяйской точки зрения, более чем уверена, что недолго он у нас продержится. Потому что, представляете, осаду, вообще оборонять его, он огромный. Мне бы, правда, хватило бы замка. А куда я бегу? Вот одного маленького замка мне бы хватило. А что там такое красное? Что это такое? Нехорошее там что-то. Или что там? А ну-ка. А. Там какой-то конфликт. Нет, мы туда не пойдем. В конфликты мы влезать не будем. Было забавно сейчас. Так, смотри-ка, стража ходит. Отлично. Ну, стены стоит осмотреть. В случае осады вот именно здесь и будет разворачиваться событие. У нас есть внешняя стена и есть внутренняя стена. Так, кто тут у нас был? Слабойщик. Ваша милость, предлагаю вам свою верность. Я фальсивот, торговец. Здесь, в Сарготе, я веду дела. Я веду здесь дела. У меня маслобойня. Я верен вам. Бывай. Я не хочу вникать пока в твои проблемы. У меня своих, кто бы вник. Так, ну вот и его маслобойня, собственно говоря. Кожевенная, это будет покруче. Ну ладно. Отъезд. Вот по поводу наместника. Дай-ка посмотрим наш клан. Правит в Сарготе. То есть он со мной не будет, что ли, ездить теперь? Это плохо. В плену! Зульфию взяли в плен!
Ах ты шайсе. Так, ладно, сейчас мы разберемся. Так, переулки, сторонники. Надо ее как-то вручать. Пивоварня-то неплохо работает. Кузница в Мурунатсе, пивоварня Аскари и в Каязе маслодельня. Проблемка. Саргот и замок Верон. Вот они, эти гарнизоны мои. Расходы. Мне нужны расходы. Это, понятно, плюсы, доход. Общий доход всего расходов 2500. Блин, да. Да, пошли минусы, конечно. Конечно, пойдут минусы. Мольберт. Какой еще мольберт, блин? Бедные мои детки. Итак, Саргот, ополчение. Это что? Это расходы, да? Угу. Две деревни. Кстати, по поводу управления деревней. Тоже ж наверняка там надо. Правит членов клана поселения Саргот. А кого? Леопардицу. У Катилы и у Леопардицы вот это вот управление по единичке, у всех остальных ноль. Ох, Син-Син. Ну и вот маслобойщик, ему браконьеров надо, да, убивать. Так, что у нас? Замок и Саргот. Это можно убирать, наверное. Давай-ка мы, наверное, уедем. У нас хлопот, полон рот. Сколько там осталось нам дней? Ну, все еще 20 дней, конечно. Времечко летит быстро, но что же делать с этой дурацкой верностью, если тут будет восстание? Это как-то печально. Так, ладно, что у нас с отрядом? Воин захотел повыситься. Молодец, это похвальное желание. Мата-странница у нас очень больна. И, кстати, да, применить. Кстати, о мате-страннице. Что у тебя, мата, опять не так? Я ей надавала всякого разного оружия. Я ее посадила на хорошую, быструю лошадь. Я ей дала... Я не знаю, что может себе еще что-то дать. Мата, что тебе еще дать? Так. Ну, это у тебя лучше. Так, украшенная... У тебя тоже лучше, несмотря на то, что воротничок маленький. Изящные пластинчатые наруки с накладками. Подожди, Мата. По-моему, даже у меня таких нету. Ага. Вот. А теперь возьмемся за Мату. Надо было продать, кстати, все вот это вот бандитское. Где там эти изящные? Или они так остались в конце?
бронзовые наручи, да, вот они получше, чем твои. Ватные сапоги. Да, Сейна со мной нету, блин. Да, применить. Ну, а кого мне ставить? Смотри, вот у него управление 203. Все, у меня больше некого. Леопардица? Это кто? А, Катила? У тебя управление хоть какое-то есть. Кстати, ей можно поменять роль отряда-то. Ася у нас тоже управленка неплохая. Ну как неплохая, хоть какая-то. Так, пряность нашу в плен взяли, блин. У нее управление тоже какое-то есть. Но у меня управление, как сами видите, никакое. Поэтому вся надежда на Сейна, что он как-то вытянет. А вот у нас сейчас, подожди, управленец в отряде. Давайте-ка, может быть, поставим Катилу. Давай-ка зайдем в клан. Так, инцидент. Где Катила? Вот-вот-вот, готово. А, так, ну и что? Знаете что? Давай-ка я сделаю еще сохраночку. О, вот это я написала. А, пофигу. Так. И что, попробуем, пойдем побьем? Мне главное, чтобы они не объединились. Yours is not a face I know. Так, what is... да, меня Инга, он Амальдульф. Так, сдавайся. Сдавайся, я не сдамся. Жаль. Ты один такой там, да. Атака. Не корысти ради Амальдуф, а ради того, чтобы прокачать своих воинов. Не, ну правда, надо сделать это задание. Отдать уже этих рейдеров или кто там хочет, наш король. 12 штук. Какой поганый мест. А все. И вообще этот отрядик-то можно распустить по большому счету. А как мне его распустить? А никак. Так. Soldiers! Follow me! Soldiers! Come everyone! Hey, troops! To me! Давайте, ребятки, за мной, потому что это будет слишком долго всеми вами так командовать. Опа. Солдаты! Лейтер! Солдаты! Kill them all! Troops! Move! I'll tear your Ну, мои подошли. Подошли. Да, сумбурненько, но я надеюсь, без больших потерь, а вообще без потерь. И мата, конечно, опять отхватила.
Отлично, отлично, отлично. Вы вон. Что меня волнует, прокачались мои рейдеры или нет? Амальдульф. Блин. Так, так, так. Кабаны. Сквайры. Ботанские герои. Застрельщики. А чё это вы там на них работали-то? Так, а я, наверное, всех могу взять. Нет, не всех. Давай каких-нибудь гопников выкинем. Новобранцев. Вот. Сестры меча, смотри, не хотят к нам присоединяться. А, мы можем 54 только взять? Так мало. Окей. Я не выложила добычу. Слушай, у нас кто-то готово прокачался там, да? Ваши отношения с... улучшились? Улучшились на минус один. Понятно. Лидерство у нас прокачалось. Вот оно, поехало. Итак, знаменитый командир. Получение известности в битвах. Плюс 50 опыт для воинов при найме. Воины класса 3 и выше из вашего отряда больше не отступают из-за низкого боевого духа. Скорость вербовки пленных. Плюс 30. Давай-ка вот это вот. Не так кажется. А, окей, у нас еще что-нибудь есть? Давай полистаем. Потому что если приходили сообщения, я могла их запросто пропустить. Готово. Да, Сейн не с нами. И это на самом деле... Ну, а что я хотела? Я его готовила к тому, чтобы он был наместником. Так, кого мы так качали? Ратник, копейщик. Кого мы здесь качали? Подожди. Тяжелый воин с топором. Вот сюда вот копейщиков, да? То есть воины. Воин, копейщик. Вот туда вот. Угу. Все, короче. Налево. Ну, тут уже ничего не сделаешь. А денежки-то тю-тю, денежки уменьшаются. Уменьшаются денежки. Не так, что прямо рекой. Но мата опять отхватит. Но она, правда, и была подраненная. Итак. Что это? Блин, а Сирай объявляет нам войну. А там мое производство. Ах, тушайся. Мне надо отзывать своих караванчиков. Ёлки с палками. Какая тут с этим дурацким заданием маюсь. Так. Где управление гарнизоном? Хоть что-то у нас немножко отстроилось.
вообще не пойму. Он мне говорит, что никогда он не будет построен. Почему? А где добывают эти камни? Очень низкая верность дает минус, и поэтому камешков этих верность 5. Ожидаемое изменение плюс. То есть надо парня из народа поставить, да, знатный человек у нас, парня из народа и народность вот эту вот. А где ж я его возьму? Так. Подожди, а где у нас отправиться в цитадель? А, вот здесь вот, вот, управление гарнизоном. Я думала, что мы сейчас всех потеряли. Тоже осторожненько надо. Сейчас они взбунтуются, и все, что у меня тут оставлено, пойдет на меня. Так, поэтому знаешь чего? Где там эти ботанские рейдеры с таким трудом полученные? Дарханы? Ладно, дарханы пускай сидят. Узаицкий. Итак, смотри, ботанский рейдер. Все, 6 человек. И здесь 8. И в принципе, если бы вот эти сейчас прокачались, было бы неплохо. Но, блин, компот. Здесь у вас нигде нету рейдеров. Ладно, уезжаем. Я пока не доверяю ничему. Вот. А, смотри, деревня. А почему она вдруг... Это же... А, нет. Вот, две моих деревни. Одна и вторая. Ладно, друзья, давайте здесь мы с вами попрощаемся. Не будем делать очень длинную серию. Более того, я так прям, мне кажется, более чем уверена, что надо это все дело будет переиграть. А может быть и нет. Но на самом деле легкая часть игры закончилась. Начались... полные сомнений и страданий будни. Вот, мы с вами увидимся в следующей серии, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.